Ну что ж, вот она, клиника Mount Massive. На самом деле, мне бы одному бы туда в реальной жизни бы стрёмно было бы ходить. А наш репортер бесстрашный, как он говорит. Ну посмотрим, насколько у него стальные яйца. О, нет! Дверь закрылась, что же мне делать-то теперь? Пепси-колы. Это что такое? Похоже на креветки. На креветки похоже, или на эти, на кишки. Все, абсолютно все хорроры строятся на том, что иди туда, где кровь. Ну ладно, пошли. А! Блин, твою мать! Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Мистер! Мистер, подождите, можно интервью? Блин, зараза. Чё? Какой поросёнок? Алло, воу-воу-воу-воу-воу! Полегче, дружище! Ну куда это годится? Хе-хей, привет, как дела? Можно интервью? Да уж не страшный. Ю-ху! О! Еще одни. А что вы делаете? Офигеть. Я тебе не мешаю смотреть? Ничего, да? Нормально? О боже мой, вот это вообще ужасно. Кошмар. Хорошая, уютная атмосфера, теплая атмосфера, друзей, компания, чипсики, все дела. Эй, можно интервью? А! Ты что делаешь? Вытащи их, пожалуйста, доктор мертв! Вырви их, ты должен мне помочь! Он меня ударил? Ты, мать твою, ты меня ударил? Ты, мать его, ты меня ударил, что ли? Эй, личинка! Личинка человека! Извините, мужчина, можно у вас интервью взять? Я вижу ботинки, там кто-то сидит. Надо открыть. О, боже мой, здесь труп! А здесь рука в унитазе. Ой-ой. Ой-ой. Я буду все снимать. Поросеночек. Привет. Ты, надеюсь, сюда не будешь заглядывать? Он все-таки не знает то, что мы здесь находимся. Ты где был? Где-то-то тут, поросеночек. Я тебя отыщу, шлюшка. Мужик, ты только сюда не заглядывай. Иди, иди вперед. Очень клевые булочки. Просто шикарные. Не-не-не, тут никого нет. Иди, иди, ты что, ты с ума сошел, что ли? Давай, давай. Офигенные булочки. Какие пропорции, просто. Ты все, ты ушел. А можно интервью взять? Погоди. О-о-о! Не-не-не-не-не-не-не! Ой-ой! Извини! Ой-ой! Уйди! О, боже мой! Блин, а! Вот он! Пошел вон! Да никого тут нету! Пошел вон! Хоть бы он нас не заметил. Да ты издеваешься, что ли? Прям сюда зашел. Дурак, что ли, блин? Да, блин, зараза! О, привет! Как дела? Ой-ой. Беги, блин, дурак. То есть это, по-вашему, нормально? Это, видимо, какие-то братья, да? Они обсуждают, как они меня будут убивать. Ой. Ребята, а вы не одеты? Вы в курсах? Ну ладно, мне придется вас оставить в покое. Ты дурак, что ли, блин? Вот еще, дружище. Да вы издеваетесь, что ли? О, боже мой! Оп! 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 Оп!
Не-не-не. Да пошел ты вон! Он меня ударил! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Пошел ты, бро! Куда идти-то? У-ху. Чувствую, придется драпать. А! Ой-ой! Не-не-не-не-не! Уй-ты-ты! У-ху! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Пошел вон! Ладно, ладно, понял. Надо лезть. А! Ты чё, дурак, что ли? Больной ублюдок! Так. Кто-то скинул трупешник. Кто? Пошел вон! Придурок, блин! В баню. Побежали, побежали, Майлз! Быстрее беги! Нет, 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 нет! Пошел вон! Фу! Все, до свидания, наш пухляшечка. Я буду скучать по тебе. О, мужик, здорово. А за мной тут погоня. Ты еще, что такое-то? Он нас убить собирается. Да пошел ты вон. Пошел в баню, придурок. Какого черта? И как я от него убегать должен был? Скажите мне, пожалуйста, на милость. Я понял тебя. Да пошел ты вон! Да сколько можно за мной бегать-то? Больной ублюдок! Не нравится мне это все. Определенно мне это все не нравится. Молодой человек, вы же на меня нападать не будете. Что? Чё с тобой? Ой-ой-ой! Пошли нахрен! Давай! Давай, двигай, Майлз! Да двигай ты эту чертову дверь! Что? Куда? Да бежать-то! Да пошел ты нафиг! Какой эксперимент? Что вообще происходит-то? Алло! Василий, блин! Так, нахрен пошли! Так-так-так, двигай-двигай-двигай, задвигай! Да задвигай ты чертову эту шкаф-то! Ага, другой путь! До свидания, голубки мои хорошие! А мне это все не нравится. Куда, твою мать, бежать-то? Давай, беги, Майлз. Давай, опа-на. О, боже ты мой, голые люди. Голые люди за нами так что гонялись. Я бы тоже бы испугался, если бы за мной голые люди бы начали гоняться. Блин, клевая, мне понравилась эта погоня. Да вы издеваетесь, что ли? Какие двери? Ой-ой-ой-ой! Не, ну нафиг вас! Открывай дверь! Куда бежать? Давай, давай, Майлз! Господи, я думал, это все. Оказалось, что нет. Какие деньги? Пошли вы нахрен отсюда. Больные ублюдки. Я не знаю. Давай, закрой дверь. Быстро полезай в подъемник. А, ну да. Есть. О-о-о-о. А, ну да, конечно. Майлз, ты дурак. О, привет. What the fuck? А ты симпатяга. А мы куда едем? А, в дурку. Мы едем в дурку, ребята. А, доктор, а там кашка будет сегодня на ужин, что там? Я хочу кашку. Доктор, ну пожалуйста, ну хоть что-нибудь. Уделите мне капельку внимания. Положь на место, это вообще... Ты с ума сошел? Не-не-не, ни к какому горлу. Я бы там на самом деле бы... Так бы кирпичей в штаны навалил бы, что маму не горюй. Вот это точно не стерильное. Ой-ой-ой, нет. А, какого хера ты делаешь-то? Он мне палец отрубил. Ты что делаешь-то, дурак?